Да блин, что у меня... А, у меня просто... А чё, точно он долгий, да? Game Boy Color Long Play Super Mario Bros. Deluxe. 39 минут я нашел. Выглядит вроде бы похожим образом. Да, это вот те самые анимации, та самая цветная картинка. Но, если честно, выглядит ужасно, как и любой Марио. Там есть 4,1 час, но, видимо, это для тех, кто... Лох, как я, и будет тупить. Ну да, это обычный Марио. Да как... Причем здесь Делюкс? Это обычный Марио. Ну давайте попробуем. Рекорды, альбом, тойбокс. Челлендж есть какой-то. VC Game. Смотрите, есть оригинальный 1985, а есть еще что-то. Значит, раз у нас есть выбор режима, значит мы... Поменяй игру сверху. Так, читай толзы видео, где у меня инпут? Русский инпут. Кек, понял. Space, BG, да, ну, типа, окей, наверное, неважно, ну, 2 с... и так далее, Enter, Start. Может, мне Enter надо? Нет. Может, эти челленджи не открытые? Утешительный приз за маленькую пипиську. Спасибо, спасибо, спасибо. VC Game не работает. Значит, придется оригинал играть. Donation accepted. Спасибо, спасибо. Вы видите, сколько уровней здесь надо заклирать? Едрить. Еще и на время. Да, давай сразу сдохнем от первого же грибочка, да? World 1, 4 жизни. Можно зеленым играть. Слишком обрезал, где? А, сейчас. Там, блин, обрезать по пикселям. Это Луиджи, да я понимаю. Пиджи. Не, я честно, я вообще ни разу не доволен тем, что Марио у нас выпало. Выпал. Так, может чуть-чуть смотреть назад, может смотреть в любую сторону. Что, время так быстро идет? Не знаю, может игра ускорилась. Есть режим оригинал, оригинальный Марио. Есть режим Луиджи. После прохождения оригинала. Это оригинальный второй Марио, как я понял. Есть челлендж эти уровни с первого, но с доп. Уровнями. Нужно ли тебе проходить все? Нет, конечно, только. Очевидно, только оригинального Марио придется пройти. Я не думаю, что это как бы считается как какой-то сборник. Сборники же это, по идее, всякие коллекшн, правильно? Экран слишком приближенный. Так у меня какой такой есть. Я типа... Чё, ничего, ничего, вы от меня хотите?
Версия на Денди нельзя было назад двигаться, только вперед. Так, клир лист, второй уровень, блядь. Просто миллион. А конты есть? Так, а он же еще и стрелять в какой-то момент может, да. Пошли нафиг от меня, тупые грибы. Тех штука же может быть секрет в теории, да? Наверное, в трубах. В Марио, если не умирать, жизни фармятся быстро. Чем? Очками? Я говорю, когда-то, может быть, играл в оригинального Марио, но... У нас, кстати, по-моему, даже на стриме как-то было чисто покекать. 100 монеток, ага, то есть монетки надо фармить. Понял. Ну, 100 это много. Скип уровней. Ну, конечно, я не знаю, откуда. Мог на 3-1 пройти на лифте. О, май. Ну, все, еще разберемся. Ну ладно, зато в послужном списке будет пройденный Марио. Хорошо же. Принцы Персии прошли, и Марио как-нибудь осилим. Не будет, то есть не пройду, да? Да, вы там пока можете не сильно подсказывать, дайте я немножко сам побегу. Дальше уже для задротов. Да, то, что в кирпичиках есть монетки, я знаю, да, ну, типа... Да что, босс? Ой, по-моему, в лавовом уровне, я когда в последний раз играл, был абсолютно отвратительный... Очень хардовый прыжок, и нет, это не он. Почему он не прыгнул заверх экрана наверх? Почему он прыгнул как лох? Грибочек убежал, я понял. Да, я понял, что он ударился о потолок. По-моему, как раз вот где-то здесь прям будет какой-то абсолютно отвратительный прыжок, который хер сделаешь. Или нет, не знаю. Ну, помимо потолка, да. Кто-то огнем плюется. Нюп. Может, кто-то, может, это злой черепахин. Он. Что мне с тобой делать? Перепрыгивать? Или прыгать на нем?
Там топор сзади какой-то. Значит, значит, не перепрыгивать, наверное. Пробегать. Хе-хе. Лошара. Мышку убрал. Спасибо, Мария, но принцесса в другом замке. Ага. Там еще кнопка ускорения ходьбы есть, потом пригодится. Mm-hmm. Да, вот на кнопку атаки как раз, видимо. И у обычного Марио тоже есть, да? Да, давай невидимые платформы мне сделаем, чтобы я об них ударился и сдох, когда я уже продумал свой прыжок. А что, грибы обратно не полезут, не? Нет, говорят, что в Марио нельзя было ходить назад, но это Super Mario Deluxe, типа, поэтому можно. Привет. Так, пауза есть, не? В Марио. А у меня куриные кусочки. Это мне, кстати, пригодится. Ого. Что такое? Интересно. А, это просто у них другой пакет. Спасибо. Да, мне это сейчас пригодится, потому что Марио — это пасос. Сейчас. Куда лучше, чем Last Hero какие-нибудь. Так оно открыто.
Вроде как. Ого, подводный уровень. Я не знал, что в Марио такие существуют. Наверное, я никогда не доходил дальше первого. Эй, чел, чел, медуза, отвали. Эй, подожди. Бля, может, отстанете? Нифига, здесь потолок-то высокий, оказывается. Так и думал. Вообще мелким здесь попроще, в теории. Это же Flappy Bird, я понял. Флаппи Марио. Я и забыл, что можно ходить. Ого. Истинный сантехник, он должен уметь дышать под водой. Да. О, сегодня же выходит этот Night Hunt. Мне даже ключ прислали. Возможно, мы Марио оставим на завтра. Не знаю. Это, короче... Блин, 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 отстаньте. А, помогите, не надо. Еще придумал монстров, которые спавнятся с края экрана. И тихо. Ребят, нечестно, монстры спавнятся у нас за спиной прям. А если я уже собрал эти монетки, можно еще раз собрать? Понял. Наверняка есть уровни, в которых можно фармить. Так, ты... Облачко, я думал, там монеточки какие-нибудь. Уровень, где фармят, ты прошел, там где облачка, а что там бесконечно можно? Не укушай, ты смотри, Тиана, пожелай приятного. А, приятного, Нюк, у меня тут тоже шавуха. Сейчас покушаю попозже, как сдохну здесь. И чё, всё? Один раз? Нет, не один раз. Ага, в следующий раз... Так. Кажется, у нас скоро снова будет возможность стрелять. Лава, не лава. Что-то видел. Что-то, наверное, не видел. Ой, что-то я лучше снизу пойду. А, не пойду, я понял. Что-что? Да-да, видел. Угу, поздравляю. Конечно, надо было успеть. Можно ее по хайскору пройти?
цвет. Вау. Это что такое, пробелы, что ли? Окей. Не, ну, это возможно. Есть конты. А сколько их дают? Бесконечные? Может быть... Окей. Так, все, сейчас себе тарелочку принесу. Сейчас я чаечек налью, чтобы горло получше было. Причем 5 попыток, тут сейва есть, тут конта была. Мне просто дали continue. Так что очень повезло. Вообще немногие знают, но у нас тоже есть конты. Когда получаешь game over, надо зажать и нажать старт. Начнешь с начала мира. Ну для нас это какая-то чит, наверное.
Так, я принес себе чаечек. Давайте, может, пойдем тоже пока посидим, посмотрим кого-нибудь. Говорите, Нюк там тоже кушает, его не посмотреть, да? Ну, кого-нибудь... Пойдем к Фрозе, может, заглянем. Че у нее там, пираты Карибского моря какие-то? Блин, и правда пираты? Кошак, нет ты? Рутонька! Тонька, Рутонька, привет! Тони, блин, хотела написать тебе до начала ивента еще... Думаю, не будет против. Но там пошло одно за другим, и пока вообще никак. Пока с этим инвентом тоже непонятно, когда я себе сделаю Нюк выходной, поел, поэтому... Мегамена шпилит. Надеюсь, что в скором времени удастся... There are unlimited continues, so don't worry too much about dying. Боже, как круто, механик. Сейчас на изи пройдем Марио. В клетке, у него Little Samson. Little Samson? На 50... Ну ладно. Ну... Что сделаю? А что мне еще сделать? Ничего. Чай напишем. Колесо времени, серия книг Роберта Джордана. Сам ее не закончил при жизни, дописывал другой человек, а эти нехорошие люди сняли сериал по мотивам. Ну, а че, у кого уже спрашивать? Ясно. Я думаю, там многие плевались. Как не супер смешным юмором. Хоть бы экран расширил, но я это. Сами книги довольно интересные, масштабная фэнтези. Вот, наверное, поэтому можем так сделать. Попробовать. Вот это поворот! Ничего уже придумывать не нужно. Как проходит РГГ? Блин, да мне пишет, что потихоньку сегодня вот, у нас был первый дроп. Дроп был с Амиги. Игра была, кстати говоря, неплохая, но единственный ее минус был в том, что там непонятно, насколько времени нужно было сидеть ее дрючить. Потому что там три жизни на всю игру, а суть в том, что мобы там абсолютно рандомные. То есть у них нету какого-либо паттерна. То есть, знаете, что он, допустим, там кто-то вылез, и через 2 секунды вылез, залез обратно. А что, что я сделал? Нет, нет. Там вообще, то есть, как бы враг может прям вот сразу вот, вот так выходить на тебя. И это не очень прикольно. Еще она квестовая. То есть, пока в ней разберешься, пока поймешь, я не понял вообще, зачем и почему, уже ничего не захочешь. Поэтому я решила, что это будет дроп. И мы, в принципе, неплохо дропнули. Мы никуда не сдвинулись на клетке назад. Но, к сожалению, у нас следующий... следующий... Да хватит, блин! Следующий предмет... Следующий предмет, который должен сработать, называется пропуск хода. Означает он то, что если блин, мы прикольно берет, эту игру, кстати, то мы не крутим... Не ролим кубик D6 на то, чтобы продвинуться вперед, а просто стоим на месте. То есть бесплатно проходим игру. Увы и ах. Блин, реально, а бонусы у нее сгорают или нет? Не так нам прет хорошо, как остальным, но по-своему маленький свой тих... путь вычерчиваем. Когда горит, тогда горит. Видела пламя на севере вчера. Вот. Это был рандомчик, да? Помню по Elden Ring. Да. Видимо, она не прочитала, что я писал, то, что мы тут сидим. Конечно же, да. Но учитывая, что мы сейчас играем в ивент, пожалуйста, ваши подсказки только в путь. У нее там Рутони сидит. Ругать не буду. Сам Рутони. Противники очень неприятные. Прям и бьют больно. Хрена себе прилетела. Так, еще там Вадимикус. Вообще, вот что, о чем забыла. Можем так сделать. Попробовать. Можем так сделать. Попробовать. Вот это поворот! Ничего уже придумывать не нужно. Можем так сделать. Попробовать. Вот это поворот! Ничего уже придумывать не нужно. Понял. Я забыл отжать. Тут, эти звуки работают таким образом, что я как бы на них нажимаю, и сцена остается включенной. Мне... И... Вернее, не сцена, а источник. Если я перехожу на сцену, да, на которой включен этот источник, оно срабатывает. Так забавно было наблюдать эту гифку как раз-таки сегодня, когда он там по этому обходу туда-сюда ходил. Да, гифка крабика 10 из 10. Давай, вставай, скорее, скорее, скорее. Ты еще не попал. Это просто нечто.
взяли, вообще убили крокодила. Признавайтесь, кому... чья жена потребовала крокодилью сумочку или кошелек? Так, окей. Мы посидим, пока я шавуху кушаю. Здравствуйте. Ну я... Приятного аппетита. А у нас половину здесь, съел. Ну, как вы поняли, да, еще раз... пиратия во все процветает. Приятного вам аппетита. Садитесь, отдыхайте. Надеюсь, что у вас там с Марьево нормально все будет. Норм перелечил все зубы. Тони, ты зубы перелечил? Какой ты молодец. На самом деле, это очень здорово. Ребята, занимайтесь зубами все, вот серьезно. Это тот совет, который... к которому можно и нужно прислушаться. Насчитали на 100к. Сделали за 30. Постоянно езжу на дачу. Сейчас эту неделю в городе. Лисецкий позвал на стримфест. 30-го буду участвовать, правда, в режиме онлайн. Оплачивать поездку что-то не очень готов, так как 5-й месяц без заработка постоянного. Да, блин, а стримфесту быть, да? Чуть я вообще потерялась с этими... со своими событиями, о том, что там какой-то стримфест. Вообще-то, как бы... А не, пираты, даже придется на иронии. Да, меня еще и RPG Land троллят. Да, пираты, стримфест, пираты, к сожалению, в этом году онлайновый, и там будут только стримфест для стримеров. Вообще, то есть он не для зрителей, он для стримеров, чтобы узнать о том, как лучше стримить. Тягомотно, потому что все одно и то же вам необходимо. Вот только проблема есть такая, нету никакого рецепта, как лучше стримить, как байтить на донаты и так далее, и так далее. Они, конечно, хотят, попробуют об этом всем рассказывать. Тушить пожарище, либо наоборот создавать эти пожарища. Игра не очень богата на контент, но главное, что она проходится легко и непринужденно. Во время ивента все советчики. Ну нет, так неинтересно, нас ругают. Так, хорошо, нет, ладно. Тогда мы не будем подсказывать. Убираем шавуху, убираем вот это вот. Да нет, обычно, когда если... Двигаем все это и пойдем так, продолжать, да? Что-то так, новенькое. F9, здесь, РГГ. А я уже не помню, что здесь и как вообще в это играть. ВСД пробел, да? Ага, есть ускорение. Все, хорошо. Тупой гриб. Я понял. Я понял. Тебя играет на клаве, да? Абсолютно во все игры. По возможности. Уаааа, спидран. Так, это прошли. У нас там опять этот Баузер стреляется, да? Можно присесть, круто. И вообще там... Ладно, я думаю, можно и потратить просто жизнь и пробежать мимо, да? Прости, Марио, но принцесса в другом замке. Ладно. Это не жизнь, это гриб. Ладно. Блин, я чуть не нажал ускорение.
Вместо... А что с черепахой делать? Она так и будет прыгать? Или её... мы ее уже убили? Типа у нее 2 хп? Ну, черепахи чем-то кидаются, ну, чаки какие-то. А-а-а. О-о-о! Это клево. Так, мышку убрать, да? Во-о-о-о, тут вот платформинг сложный. Ага, там снизу были тоже зубики, на которые можно было... Он не в конец уровня портует, не? Блин, чуть не упал. Самое худшее. В абсолютно любой аркаде, в абсолютно любом платформере, что можно сделать, это скольжение после того, как ты отжал кнопку. Нет, ничего хуже скольжения. Я когда переигрывал свой любимый из детства Prehistoric, как у меня горело со скольжения, боже мой. Если разница в одну клетку, то можешь просто бежать по ним. Ой, какой-то легкий уровень, когда у нас есть. Если взять дополнительные просто 1000 очков, да? То есть лучше оставлять, хотя вернуться мы все равно не можем, да? О, звездочка, это что такое? Эй, звездочка, вернись. Это же 1000 очков, ясно. А, это бессмертие. Да? Легкий с огнем играет. Ну, уровень легкий, да. Особенно, когда мы можем плеваться огнем. А! Я-то думаю, ох, какой тяжелый прыжок, наверное. Для того, чтобы его сделать, надо это ускориться, да? Кто ж знал-то? Так, черепахи к нам не спрыгивают. Так и думал, что вниз уйдет. Хотя бы мешаться не будет, чтобы я головой об нее не бился. Ты ведь ударился бы по-любому. Угу, ну, так же, как об эту. Блин, ну, довольно тяжеленький уровень, кстати. Что с экраном? Что не так? Что не так с экраном? Только маленький? Нет, вроде все нормально, я проверил. Ну, может, пары пикселей не хватать. Ну, типа... А всегда в конце уровня, да, с крепостью мы ведь ищем принцессу в замке, да?
Этот экран... Вот чё он? Чё он? Чё не так с экраном? Всё вроде нормально. Угу. О боже мой. Да, найс, получилось каким-то образом. Люди ругаются, что он маленький, так понимаю, типа... Ну, геймбой, извините. Да, понятно. Сразу до маленького. Эй, get over here. Найти это паром по башке. Хорошо. Треть игры пройдена. Ого, здесь есть шипастые монстры. Так, и в нас эта тучка плюется этими шипастиками. Отстой какой. Или не тучка, не знаю. Что с ней сделать можно? Можно об нее удариться. А, да, все-таки тучка плюется. Или кто-то с нее, что такое. Жесть, что за дичь? Ну да, вот здесь бы плеваться огнем бы не помешало. Абсолютно рандомный, судя по всему, да? Что-то не культовое выпало вообще. Ну да, мне выпадало не культовое. Last Action говно. Ну типа... Эти самолетики вряд ли особо культовыми назовешь, не знаю. Хотя какая-то игра 83-го года, по ней было две штуки было переделано. Оба, самый простой способ. Хорошо, что крутой цветочек, он как бы не... А, да, самые байтовые. Спидран тактики, окей. А вот здесь вот наоборот лучше снизу, да, наверное. Он знает, ну я на рандоме нашел, типа, не. Какой бронявка? Чё, ну? Вы там что-то знаете. Кто же мне? Последователи Марио. Так и думал, что чё подумал. Oh, fuck. Культисты Марио, да. До конца поверху, а я вроде пытался, не? Чуть-чуть не до... Меня монетки забайтили.
А, тут какая-то труба, я понял. Ты чё? Я могу еще дальше. Welcome to Warp Zone 5. Хорошо. О, я типа из четвертой локи в пятую, круто, да. Ну, вообще, чуть-чуть грустно, потому что я бы хотел все уровни пройти, раз уж у нас конты бесконечные. Типа, хотя бы посмотреть. Ну, ладно. Ты же не играл в Марио? Да, играл чуть-чуть. Ну, в детстве не проходил, нет. А в зрелом возрасте... Я как-то заглядывал в него на... И мне не понравилось. В какую-то оригинальную версию, причем... Ну, в одну из самых первых. Причем в этом, как его... В браузере. Просто в браузере, я помню, я его как-то нашел, поиграл в него час, и мне не очень понравилось. РГГ для тебя вообще так супер... Так да, да, Донки Конга не играл. В Марио, ну, как бы, не проходил. Играл, но не проходил. Этот, как его... В клёвые версии Тетриса не играл. Ну и, конечно же, Last Hero, да. Это просто игра, которая показала нам, насколько же... Насколько же ужасными бывают ретро-игры. Задницу со своими чупа-чупсами. Блин, мерзкий моб так-то, если без огня пытаться его пройти. Как будто вот здесь можно упасть, и там будет секрет. Там снизу. Самый банский враг Марио рандомный просто. Так-то да. Довольно рандомно. Эй, а можно? Ого, ясно. Да, тучка тоже отстойная. А, тут даже чекпоинт был, типа, я не с самого... Я ровно в том же месте, ровно на тот же молот нарвался. Ноп. Ноп, прошел меньше, чем Тиан. Континью. Да блин, ну почему ты не можешь? Свезло, что эта версия выпала, да. Очень.
этим и не спорит. Где-то здесь была же. Вот тут вот. Я ее потратил вот прям вот здесь же, да? Если на него прыгнуть, его можно убить? Можно, я понял. Да, уровень говна, конечно. Ой, можно вот так еще убивать. Я еще в прошлый раз обратил внимание, но... Одного убил. Вот оно как надо сразу было. Только не падай. Хорошо. У них можно крылья забрать. Блин, вообще Марио довольно много механик. В принципе, да, всяких монстров с разными, с разным уровнем жизни и все такое. Это же и в оригинале также, да? Типа я на самом деле недооценивал немножко его, а так-то в целом. Пуля. Да, конечно, вы же падаете, тупые грибы. Не все монстры падают, но те, кто падают, те падают. Та-та-та. С каждой новой игрой все больше и больше механик приобретал. Ну, тут уж как бы в будущем-то понятно. А чё, почему пули летят из ниоткуда, оказывается? Было бы странно, если бы игра с новыми выходами не обретала бы новых механик. Ну, в плане... Так, они вот прям по очереди летят, да? Типа, верхняя, средняя, нижняя, да, какая-то? Да нет, чё-то как-то... Ой, у меня время заканчивается, чё-то я это... Важная игра и черты игры, что тут есть инерция, обман физики героя. Раньше такого не было в играх. То есть ты думаешь, это было основой. Это как раз то, о чем я сказал, что я ненавижу в некоторых старых играх. Как раз таки вот скольжение и, ну, наверное, инерция в принципе тоже, да, велосити. Отстойная хрень. Здесь, видимо, поверху уже лучше, хотя... Невидимо. Ну кто же знал, что там совсем ничего нет, а наверх еще можно подняться. Брайан из-за этого не любит Марио Нерца. Да, управление персонажем пососно. Это говно. Если ты хочешь делать, допустим, сложную игру, так сделай ее сложной не потому, что в ней управление говно, а потому, что она сложная. Правильно?
типа, ну, логично. Та-ра-та-та-ра-та-та. Yes, continue. Даже хайскора никакого не поставил, она уже и не предлагает. Да блин, ну ты серьезно, ну это же за экраном ставить гигантский фаер, на котором стример умирает второй раз подряд. Блин, я бы очень хотел полутать. За экраном, просто на геймбой экран маленький, не помещается. Ну да, ну да. Блин, ну не успеет же, вообще никак не успеет. Если только не сразу прыгнуть на эту же клетку и потом... Сами пытались в то время, не проходили, ну давай. Вот поджопник, блин. Чуть пикселями не ударился. Ну, пригодилась жизнь. Теперь еще и лава. Нюк не с первого раза прошел. Вот это место. Мамо, привет. Попрыгал жопой по замку. Давно не виделись. Если сейчас пройдешь Марио, на следующий РГГ не возьмут. Всех будет спрашивать, кто проходил Марио, и брать тех, кто не проходил. Ну, Нюк, в принципе, говорил про идею, что может быть на следующий РГГ, по крайней мере, такой же ивент, возможно, на РГГ Лэнд, да, какой-нибудь 2.0. Хорошо, что ускорился. Есть план, может быть, вообще прям каких-то, ну, побольше новых каких-то стримеров взять... Не тех, которые уже проводили РГГшки или что-то такое, то есть, как идея. А нам сидеть и кекать просто, наблюдать, сидеть и смотреть стримы, как другие стримеры проходят. Поспешил. В бочку можно прыгнуть на голову. Будешь ветераном, ну, после одного... После Last Hero, он... Last Action Hero, я... Да. Я считаю, что... Уже. Вау, отстойное место. Хочу откусить шурму. Yes, please.
Нормально. Так и думал. Не просто так здесь эти кубы стояли. Здесь вот можно поверху где-то прыгать, но... Видео про историю говорил, что... У них они по 200 дней длились на стримах, вроде там чуваш 2 года закрывал рой. Но это как бы, видишь... Тут там немножко другое, да? Там... Во-первых, зрители донатами ролят доп-игры. О, жесть. А, не, нормально. Еще это не прям пиксель-джамп какой-то. Там плюс игры аж, а не просто плюс очки, как у нас, да? Так что... У нас так-то выглядит как более мягкий, да, лайтовый такой формат. А так, когда плюс игра у тебя ролится, да, и ты там не можешь их дропать, например, или что-нибудь такое. Вообще жестко. Так, давай мы тебя подождем. Я, пожалуй, советы, знания, как-то контриться вообще в Evil Dead было дело, играл у меня, только так изгоняли. У него КД есть. Ну, типа, он мерзкий, да. Ну, босс, в босса, когда вселяешься, он тебе может только количество энергии уменьшить. То есть он не может тебя выселить из босса, он может, но может уменьшить тебе количество твоей энергии. Блин, жесть. Ну, типа, я уверен, что я сейчас прыгну выше и начинаю заранее готовиться прыгать вправо, но... Но я не знаю точное время нажатия, которое мне нужно. Дурацкие прыгалки, вот. А здесь надо заранее лететь, иначе... Иначе пасёс. Чё, байт на большого? Ну, не совсем байт, да? Ну, она улетела и не обещала вернуться. А здесь надо было чуть-чуть ее подпустить. Да, батуты очень мерзкие вообще. Отвратительное место. Типа... Прыжок надо прям вот в последний момент жать. Не байт, единственно, его опять же покосило. Жесть. Тему Марио вообще не надоедает. Ну, наверное. Охренеть, покатило, блин. Какая разница, большой я здесь или маленький, если мне все равно прыгать вот на вот этих вот штуках, да? Ули. А можно без... Чего?! Я осторожненько, медленно такой подошел и прыгнул на этот батут. Ой, есть чекпоинты, ничего себе. Вау. Есть какой-то дискорд с комнатами для Evil Dead, сомневаюсь.
Физика платформ была инновацией, да, очень крутая инновация, anyway. Yes, continue. А, то есть, подожди-ка, на нее нельзя запрыгнуть через... Ясно, я не знаю, почему я подумал, что можно. Вот это разрывы жопы. Да. В общем, не могу сказать, что мне нравится Марио и как платформер. Нет, это не хакнутая версия 1.0 с восклицательным знаком взятая. Где-то в мануале люди прочитали уже, что есть там эти самые конты. Нет, отвратительно. Или нет ничего хуже, чем инерция в платформере. Тут лед. Ну, не знаю, лед, не лед. Да вот что это такое? Да чего? Жесть, просто жесть. Так, все, пойду покушаю. Кирзовые сапоги сантехника просто скользкие. Ну, кстати, хотя бы, в отличие от Last Action Hero. Здесь можно зарабатывать доп. Жизни, собирая монетки. А вот в Last Action Hero нормальных игровых механик не завезли. Я понимаю, что примерно ничего нельзя сравнивать с Last Action Hero, но... Вдруг принцесса в скипнутом замке? Ядрить! Ты чё, чел? Жесть какая. Да не, я понимаю, что у меня хпшка была, но я просто представляю, как бы я это без хпшки. Хотя без хпшки я бы прополз снизу. Это просто большим здесь не очень удобно. А, седьмой мир, 7-1. Я думал, это он может мне на голову прыгать, и он сдохнет, а не наоборот. Thank you.
А по пулям можно прыгать? Можно. Много прошли сегодня, 4 игры сегодня. И сегодня пройдем пятую вот этого Марио. А, ну, короче, маленьким убивать черепашек опасно, да? Так, ну, самый простой способ выбить черепах. Эй, было же где-то, не? Или не здесь? А, я, видимо, со второй части начал. Да-да-да, я здесь вообще не бегал еще. Там батут, блин, но стрёмно немножко. Броненосится. Плюс один от хаоса. Это мы не против, а то у нас минус 4. Бесконечный контейн не гарант прохождения. То есть ты хочешь сказать, что я не смогу пройти какой-то уровень совсем? Да не, ну я думаю, что... Да, Миду, зайдись нафиг. Рыжок сильно вниз слетел. А из-за чего? Блин, ну кораллы, они похожи на бэкграунд. Кораллы похожи на бэкграунд, как будто они реально не должны мешать геймплею. Дропнул одну игру, ну... Как я его понимаю? Я когда дропнул две игры подряд, получил минус... Минус 15, это он, да, а у меня сколько было? Ну, тоже дофига было, минус. Минус дофига у меня было. Боже мой, эти поплыли. Тварь. Да, у меня было минус 10 на хиро, а потом мы дропнули футбол еще. Итого, да, я улетел на очень много. Ждала меня Медуза. Как еще здоровье? Хриплю, болею все еще, просыпаюсь каждый день с небольшим насморком, таким заложенным носом. Почему в какой-то момент он слишком сильно начинает падать? Это типа, если ты очень уж долго ничего не жмешь. О, кораллы опять. Ускорение по... Не, вот сейчас я не очень долго плыл, а он прям как резко решил упасть такой, типа. Неплохо. Как
такое, а? Вы посмотрите, прям... Так хочется есть. А, там яма течением засасывает. Блин, и правда, наверное. Не подумав, не подумав. Не, тяжелые, конечно, Марио. О, опять эти птицы, уровень с птицами. Жестко. Да. Это рыбы. Да какая разница? Знаете, почему он не прыгнул? Из-за того, что его подкинуло чуть-чуть, и из-за того, что я убил эту рыбу, да? Если бы их хотя бы было видно чуть-чуть за экраном. Было бы прям вот прикольно. Что думаете? Жесть. Уф. Да, очень тяжелое место. Черепах можно убить. А, у нас сейф на следующей точке. Я не был готов к этому. Я думал, мы спокойно на ускорении сейчас бежим через... Угу. Да, тяжелый уровень. Блин, честно, не представляю, как бы с нуля трайхардил Марио. Ну, день бы, наверное, минимум. Так же, как и принца. Ну. С нуля без контов, конечно же, имеется в виду. А сколько в оригинальном Марио жизни? Тоже 5 или меньше? Я что-то привык на этом, на ускорении бежать. Можно было его на shift, кстати, поставить и управлял бы спокойно одной рукой. Там есть конты, да, сколько? 3. Такой замок с лабиринтами, в котором почему-то ничего не происходит. Может быть, мне надо побежать в другую сторону или вбежать в нужный разъем. Типа снизу. Бесконечные конты, начинаешь с начала мира? Да. То есть. Серьезно? В Марио бесконечные конты? Ну, с начала мира фигня же, можно пройти. Я в мире, ну, в одном мире больше, ну, там, ну, ладно, по 5-6 раз, наверное, умирал, но... Дашка, спасибо за рейд, здорово, у нас классика, как видите. Ты на плюс старт, Редхаус не смог. Не, ну, не, подождите, если есть реально конты на мир, то, мне кажется, не так уж прям сложно. Да, дрова, рейдеры, дрова. Две жизни изначально, плюс дополнительные секреты. Чит.
Последний мир, ура! Поехали. Ну чё, самый сок, да? Самая дичь пошла. Здесь наверняка невидимые какие-нибудь кубы где-то есть. Ну да, да, голову об клюв какой-то черепаший споткнулись. Вот по таким просто бежать, вот дыркам, да? Ну, не уверен, что... И что это делать? Ну кто? Ну зачем ты его толкаешь? Ты что, глупый, что ли? Ты неужели не понимаешь, что он вернется и убьет тебя? Зачем это делать? Соскользни с него, встань рядышком. Вообще глупый Марио, просто невозможно. Когда Марио умирает, детская травма, похоже на то. Мне кажется, в одном из этих кубов прячется доп жизни. Ой. Нихера не вижу. Время заканчивается жестко. Понимаю. Угу. Таких клеток еще не было. А, с нуля, да? Жестко. Да, то, что здесь нет доп-контов, конечно. Ну, не контов, а доп... Место для спавна. Я себя не имею, что тут? Ничего. Ну, то есть, ты должен был по всем пропрыгать. Я так раньше делал. Хоп. Оп. Та-ра-ра-та-та-та-да. Так, вот здесь было много черепа. А чё они друг об друга бьются, вместо того, чтобы ходить все вместе, как в прошлый раз? По-моему, их 4 было, либо это было дальше. Опа. Вот здесь весело было. Ну ладно, можно дальше пропрыгать. Мне же время заканчивалось. Еле-еле. Прикольный переход, кстати, музыки отлично сделан между... Да,
Да, нет ничего хуже. Слушайте, а может быть там не обязательно со скоростью прыгать? Может быть можно без нее? Кстати, первый уровень. Да, чё я там говорил про... Простенько же. Что там дальше будет? Я-то на скорости бегу, плюс клетка от нюка. Подождите, плюс клетка, так пускай сам меня подвинет, если он меня толкнул. Так проще же. Грёбаные... Ту-ту-ту-ту-тум-тум-тум-тум. Короче, здесь еще начинаешь спешить, а... Блин, видимо, все-таки надо со скоростью прыгать. Или это плюс очко, или это плюс клетка, или плюс очко. Что там все-таки выпало-то? Если клетка, то я надеюсь, подвинул. Короче, потом проверю. Да, уровень, конечно, очень длинный. Так, не забыть, что там будут эти зеленые. Ага, вот эти. Та-та-та-та-та. Блин, ну скорее не хочу на ту клетку прыгать. Что дальше можно без ускорения. Я наконец-то ее прошел. Какой прямолинейный, но при этом... Посос на долгий уровень. Двинули, хорошо. Могу бежать по ямам в одну клетку, а не перепрыгивать их. Ну, типа... А если там вдруг внезапно яма в две клетки, и что бы я делал тогда? Ну, с первого раза, кстати. Ну, с прошлого конта с первого раза. Снова... Вернее, нет, снова... О, боже мой. С нового конта. Блин, они прыгают как-то между клеток. Посос. Не, ну замудрили, конечно, что-то с последним уровнем, если честно. If you ask me... На нее можно прыгнуть, но при этом нельзя об нее головой биться. Так, сейчас проверю, что там можно с этой тучкой делать. Если не буду глупо на этот... на скорости умирать от черепахи. Да как? Она же летает над нами. Сюда. Так не, ну она любит ускоряться прямо в нас. Я вот что хочу сказать. Ну. О, минус тучка. Ничего себе. Сильно.
Получается, этот уровень становится резко в разы легче, или там еще одна будет? Микропикселем попались. Да, гриб байтит, конечно. Давай. Хорошо. Жаль. На скиллухе туда можно запрыгнуть? Скорее всего, можно. Опасно. Жестко, блин. Кстати, у меня такое чувство, как будто сделано, что пушки не стреляют, если ты к ним совсем близко находишься. Кстати, смотрите-ка, хоба, пробежал через клетку. Изи. Я Что же вы, они прямо из-за экрана появляются. Блин, она по-другому себя вести начала. Интересно, с какой скорости плюс-минус я могу это делать? Вот это дичь была. Черепаха, иди нафиг. А, то есть... Не могу с этой клетки, да, ускориться и сразу же по той побежать. Жесть. Гриб можно назад развернуть. А как? В следующую клетку. Не, ну не знаю. Она меня, она упала, и она меня напугала этим, тупая черепаха. Блин, возможно, мне эта доп жизни от грибочка нужна для того, чтобы. Thank you.
Для того, чтобы там нормально перепрыгнуть, потому что пока что я, честно говоря, не очень понимаю. Круто. Я просто могу... Какую трубу? Там же клешня. Просто вниз, то есть успеть, да, даже в нее можно. Понял. Идеальный тайминг высрать шипастика, да? Да, я подумал, ща надо за грибом успеть. Не застал Марио на 8 битках? I guess not. Жесткий уровень, прям надо все точно делать. Прям вот очень отточено. А здесь можно падать. Боюсь, летающие черепахи, они не такие страшные на самом деле. Еще раз вверх или вниз, куда мне там жать? На этой трубе или не на этой? Ничего не нету. Байтите, получается. Нет, не прыгает. А, я стержу прям с краешку. Снарядом, ну... Да, как один из вариантов через снаряды, но типа для скилловых. Как думаете, я еще успею или нет? Не успею, потому что мне в жопу снаряд прилетит. То есть, ну вот же я рядышком был. Это было слишком... Умный механ. Перед трамплином нет вазы секретной, хер его знает. Не знаю, ну, типа...
Я не находил. Блин, возможно, где-то в этих камнях тоже есть гриб. Это было бы очень клёво. Ты издеваешься? В два выстрела. Жуть. Да, чё-то последнее. Я беру свои слова назад. Большинство уровней предыдущих было бы нормально проходить. Окей. Но здесь какая-то дикая дрочь пока что. Да блин. Ты же замок не видел. Окей. Окей. Это был чисто рандом. Ду-ру-ду-ду-ду-ду-ду. Можно более скиллово проходить вот это вот, но... Ого. Трамплин бесит просто. Нет ничего хуже механики, чем трамплин. Да-да-да, краешком. Эй! Разбей клетку, впереди гриба, он к тебе прилетит. Ну, типа, не очень легко сделать. А, делая это, можно легко упасть в пропасть, понимаешь? Почему я этого не делаю? Можно просто побежать на ускорение, когда тебе не надо это делать, и упасть в пропасть. Да, и как я вообще разобью клетку? Я же маленький. Я могу по ней только ударить, и все. Разве нет? Же большая разница. Ты падаешь, нет? Ударился, блин, ногой об пулю и... Класс. И вместо того, чтобы высоко подпрыгнуть, сдох. Если ты ударишь клетку, на которой гриб бежит, он развернется. А вот так еще можно, да? Скилловые механы... Охренеть, как он далеко прыгнул. Это не тот гриб.
Это не та принцесса, которая нам нужна. Это другой гриф. Это бесполезный гриф. Зато я его впервые взял. И теперь знаю, что можно не пытаться. Это место не нравится, блин. Подождите-ка. Мне надо по-другому. Ёбаная. Найс. Ну, дальше я уже забыл, что. Черепаха, хорошо, пули. Да-да, зажали. Зажали. По-моему, в прошлый раз примерно здесь умер. Уже не в первый раз. Да, надо дальше чуть-чуть ускоряться. Ты в эти трубы не пробовал залезть? Ну, в какие-то пробовал, но... Да, не во все, но... Так, первый... Второй небольшой перерыв. После прыжка нет, после прыжка не пытался. Сколько я уже на этом уровне сижу? Минут 30. По-моему, дольше, чем на всех уровнях до этого, примерно. Не допрыгнул. Это чувство, когда ты понимаешь, что уже все. Вот, эти идеальные пиксель-джампы, это, конечно, жуть просто. Вот. Сейчас дойдет до черепахи, все, да, и сдох, и больше не пройду. Упало. Самый обычный мой... по тучке. Вот сейчас она могла выпустить, у нее как раз был тайминг выпускания. Мизи прыжки просто с ускорением. А, да? И как я не догадался? Ну, в идеале надо бы мне... Вот так вот делать. Мышку, кстати, все никак вам не уберу. Да, здесь труба какая-то рабочая. А что в ней? Просто эти и все. Ну и куда я уйду? По-моему, это те самые две черепахи, да, которые меня убивают, не знаю.
Привет, тучка, да? Будем до конца игры с тобой, да? Или нет? Попробуй поискать тут гриб. Да вот... Надо бы, на самом деле, но... Вот худшее, что может произойти. Ты случайно попадаешься ногой на хрень и не можешь сделать дополнительный прыжок. Кстати, тучка, оказывается, за нами не так уж и долго бегает, судя по всему. Ну, не весь уровень. Черепахина, как правило, можно КД, по КД бежать. О, no. Какая дичь. Вот могут вот здесь вот быть где-то грибы в теории. Рядом с броненосцем, под над броненосцами, я там не искал. Вопрос, нужен ли он мне? Марио выше прыгает, если гриб взят или нет? Я, в принципе, плюс-минус нашел один интересный способ, как пройти. Прыжки одинаковые, но тогда да. Чуть моделька больше, чуть мест для разгона, хаза. О, это чё еще как получилось? Умер уровень. Ну вы же вон можете увидеть, когда я умираю. А умираю я, в принципе, часто. Может быть, я и могу под этими всеми пробежать. Вот хрен его знает, кстати. Я не помню, пытался я или нет. Скорее всего, пытался. Ну, ты издеваешься, но из-за того, что пуля полетела, я не успел. Спрашивал, когда ты еще не умер? Ну вот я умер. Даже конты не обязательно ждать. Та-да-та-та-да-да. Зачекай, наверное. Да вот хотелось бы. Во, можно прям нормально пробегать мимо них. А что мне здесь делать? Почему я так больно упал? Не так сильно я должен был падать. Хорошо, на разгончике.
Ту-ту-ту-ту-ру-ду-дум. Одно и то же место. Две черепахи, одна пуля. Неужели так сложно? Да вроде нет, а вот здесь почему-то паттерн сломался. Не, весело проходить игры по паттернам, конечно, когда ты их задротишь, но... Просто выучивай наизусть. Но нет, не весело. Это как те самые машинки в грёбаном Last Hero. По-моему, я не допрыгнул. Жесть. Это без паттерна. Да, естественно, проходится, я шучу. Я не шучу, я имею в виду то, что... Я их для себя сделал в начале, типа. И мне для этого проще... Мне поэтому проще проходить начало уровня, а так нет. 80 смертей уже. Ну, по крайней мере, если рестартить один и тот же уровень. А так... Блин, иди нахер, короче. Ты мне не нужен. Просто сзади упала черепашка. Мне просто вот это вот не нравится. Я не знаю, как с ней справиться. Типа... На тебя летит черепаха, которая... Да что, что с таймингами? Боже мой, ну все, все в адском водище каком-то вокруг. Ну, первый черепах просто убивать. Хорошая мысль. Спорить не буду. Ха-ха-ха, серьезно, он жопой об задницу пули ударился. Фух. Да не горит у меня. Рандом. Она выстрелила, когда я падал. Эй, это, по-моему, чуть-чуть не так должно было быть. Че, сейчас пуля все еще лететь будет? Все еще будет. Я могу стоять на трубе или сейчас вылезет и продамажит меня? Ей, мы прошли дальше, чем до этого.
Оказывается, это все так просто. Так близко концовка была. Вообще изи. Не почувствовал вообще просто. Че здесь? 5 пули. Черепахи. Тоже стены замка. Ща пуля прилетит. Ага, до свидания. Попробовал наступить, не вышло. Давненько мы не ходили с доп. Жизнями, да? А они, оказывается, есть в игре. Прикольно. Вообще круто. Еще. Окей. Надо. Ладно. Давай, прыгай. Идите в задницу. First try. Сколько всего левелов Дадин остался последний? Ну и замок, говорят, он жесткий. Да, жесткий. Ладно. О, тут цветы другие, другого цвета. Может быть, здесь прям ускориться надо сильно. Какие-то призрачные грибы. Оп, я нашел секрет. Это не секрет, это я назад вернулся, судя по всему. Это не назад. Ну, походу, я реально бегаю где-то кругами, и мне надо попасть в правильную трубу, не знаю. Я же сантехник. Видимо, правильно это не это. Может быть, вон та жесть. Если я туда вообще как-то могу попасть. Через черепах вроде нет. Явно назад, прям вот вообще назад. Ну, короче, вот туда надо каким-то образом. Может быть... Ну, что-то через черепах я вряд ли смогу. Да, F. Я уже увидел забаненное сообщение про невидимые блоки, но... Мне это ничем не помогает на самом деле. Это, кажется, рестарт это сначала, да? Много прошел, последний уровень остался, но...
Он какой-то лабиринт, трубный лабиринт, а не уровень. Это просто назад, по-моему, да? Да, время еще, да. Короче, мне вот сюда, по-любому, каким-то образом. Мицукета. Этот Марио, это тот же самый обычный Марио, да. Только, ну, не совсем. У меня какая-то, какой-то делюкс для геймбоя. И на нем... на нем бесконечный континью. И поэтому мне очень повезло, на самом деле. Рыбка-птичка. Я постараюсь как можно дальше до повторения пробежать и только потом прыгнуть в трубу. Походу вот в эту надо. Водный уровень, жесть. Ну ладно, я его типа быстро довольно прополз. Время все еще мало, 185. Чупа-чупс, лицо. Это, кстати, молоток, судя по всему. Ну, пока что последний уровень не выглядит сложным, он выглядит запутанным. Но опять же, я вижу, что я еще не дошел до конца, и здесь есть вот эти вот чуваки, которые раскидывают свои молоты. Да, поэтому... Да не, при чем здесь научился играть? Видели предыдущий уровень на 50 смертей? Вернее, позапрошлый, не предыдущий. Ду-ду-ту-ту-ду-ду-ду-ду. Один раз не попал, и все. Не, я считаю, что управление персонажем под... у которого есть этот... Как он называется? Velocity, короче. Да, инерция. Может быть, Velocity это другое, кстати, по-английски. Не знаю. Это полный бред. Это либо вот специально, чтобы сделать игру сложной, либо совсем какая-то, не знаю, устаревшая механика. Вот, например, да, вот в Rogue Legacy... Нормальное управление персонажем. Нету никакой инерции. Но игра же сложная. Сложная. И интересная. Ну, то есть, короче, имхо это прям... Это супер устаревший способ делать игру сложной. Ну... И супер неприятный. Я бы так сказал. Блин, по-моему, мне надо было прыгать, да? Или в эту, я уж не помню. Нет, в эту нельзя. Причем здесь в жизни? Вы еще вспомните, что Lineage лучше, чем Counter-Strike, потому... Ой, чем Counter-Strike? Чем WoW, потому что там графика более реалистичная. Что значит в жизни? Это игра. В игре должны быть игровые условности. Так, я в прошлый раз довольно легко поверху пролез, поэтому... А здесь, наоборот, понизу.
Блин, огонь мог появиться, а еще мне не хватило скорости из-за того, что я не убил его, и мне просто не хватило места. То есть по ним три раза можно пропрыгать, только если они на тебя идут. Ясно. Очевидно, что это усложняет и нужно привыкать. Мне так жаль мой любимый этот прехисторик из-за того, что там тоже такой посос с этим. И не сюда. Кажется, я опять заново бегу, да? Уже успел забыть, пока с вами тут разговаривать, сюда надо было. Здесь вот так и не запомнил, сколько мне надо пройти. Не в эту сразу же. Нет, не, не, это наоборот, нас обратно закидывает, вот в эту надо. Ой, да ладно, ну чуть-чуть решил снизить чтобы совсем сильно не падать. Карту уровня рисовать? Да не, я уже плюс-минус начал запоминать, чё. Будет забавно, если во время РГГ выпадет еще один обычный Марио, уже там на другой платформе, на каком-нибудь NES, да, классический, не знаю. Или где там классический играется. По-моему, сюда. Где инерция больше бесит, здесь или в принце? Не, в принце она прям красиво реализована и... Не, подожди, там вообще не то, чтобы прям инерция есть, я бы сказал, в принце. Принце... Скорее так, ну, типа... Ты останавливаешься тогда, когда... Не, не, ладно, есть, есть. Да, блин, просто вбежался. Да, там как бы есть заносы, но... от них еще и отыгрывать прикольно. То есть там есть на этом свои механики. Да, там он делает шаг, и ты даже видишь, как он сделал этот шаг. Ты можешь с точностью предсказать, где остановится твой персонаж. Потому что, в принципе, ты... бег проносит тебя на две клетки. Ну, вернее, на полную клетку. А шаг проносит тебя на половину клетки, да. Ну, короче, не знаю. Не сказали бы, что в эти трубы можно залезть, бегал бы. Да не. Нет, я всегда знал, что в Марио можно залезать в трубы. Не бегал бы. Разобрался бы я с тем, куда здесь бежать, не переживай за это дело. Мерзость. Блин, время уже пол 11-го. Надо допроходить и... Ты когда-нибудь прекратишь? Что с ним делать? Стреляет то 3 раза, то 5.
Он бы хоть определился. Ладно бы, стрелял определенное количество раз, я бы его просто убил и все. В прошлый раз ждал, когда он прыгнет. Да, чтобы перебежать его, а сейчас я решил, что лучше его убить. Но потом он решил выстрелить. Отпрыгнет и пройти снизу. Так вот, я думаю, лучше убить его. Еще обратно. Ну, не знаю. Мне нравится мое решение. Даже разумно и следит за твоими действиями. Да. Да, там очень сложно разбежаться из-за того, что он как бы мешает. Ну блин, ну пиксель, пиксель, один пиксель, один пиксель. Зачем я бегу на скорости? Все, придется там бежать без скорости, отжать кнопку и бежать просто. Как лох. Как медленный лох Марио. Потом еще финальный босс окажется в 10 раз сложнее, чем все его вариации, которые мы видели до этого, да? Продолжает отвлекаться на чат, да то есть, что мне? Смотрите совсем в чат, что ли? А что еще делать? Блин, я не знаю, еще этот легкий уровень. Которым в теории тоже можно случайно сдохнуть. Так, сейчас отменить этот быстрый бег. 4. Раз. Раз, два, три. Раз, два. 5 всегда. Раз, два, три. Раз. Нет, не всегда. О, это финал. Привет, Марио, принцесса в этом замке. Thank you, Mario. Your quest is over. We present you with a new quest. Нам не нужен new quest. The end. Эй, the end. 99 смертей, да? Даже до 100 не довел. Yes. Класс. Хорошо. Красота. Ну, знаете, когда прошел игру один раз, даже с бесконечными контами, есть представление, что выпадет она когда-нибудь еще на RPG. Возможно, получится ее пройти плюс-минус. Если там реально есть конты хотя бы на левелах. Вот кто-то в чате писал, или это все вранье. И надо проходить с минимальным количеством жизней, которые есть со старта. Все. Хорошо.